Утро в 31-й ульяновской школе началось не как обычно. В здание ворвались двое неизвестных с оружием. Ничего страшного не произошло. В школе проходили антитеррористические учения. Роли нападавших сыграли учителя физкультуры. А вот росгвардейцы – настоящие сотрудники правоохранительных органов. Во время учений отработали два сценария – обнаружение взрывного устройства и нападение террористов. Первый, конечно, кто сталкивается с вооруженным нападающим – это сотрудник охраны или вахтер, те, которые находятся у входа в здание. Соответственно, они первым делом должны нажать кнопку тревожной сигнализации, набрать номер 112 и запустить сигнал оповещения для учащихся. При срабатывании тревожной кнопки у педагогов и школьников есть определенный алгоритм действий. Первым делом учитель закрывает кабинет на ключ, следом запираются окна, партами и стульями баррикадируется вход в класс. После чего все учащиеся вместе с педагогом садятся в дальний от окон и двери угол, укрываясь за партами. Портфели одеваются спереди тела и используются как бронежилет. На уроках школьников тщательно готовят к подобным ситуациям, потому что от этого зависит их собственная безопасность и жизнь. Именно сейчас, в настоящее время, особенно важны подобные уроки, поскольку никто не знает, что может произойти завтра, и мы всегда должны быть готовы к подобным ситуациям. И готовы должны быть все, как ученики старших классов, так и младших. В течение 5 минут после срабатывания тревожной кнопки на место должны приехать сотрудники Росгвардии. На каждый образовательный объект предусмотрено 2 экипажа, по 2 человека каждый. Стражи порядка полностью экипированы и готовы к любой ситуации. Оденлись! Руки в сторону! Побежай! Подобные учения прошли во всех образовательных учреждениях страны. Это и школы, и детские сады, и даже загородные лагеря. В Ульяновской области это более 600 объектов. В этом году 100% образовательных организаций примут участие одномоментно вот в этих учениях. Плюс в этом году все загородные лагеря, а у нас их заходит 25 в летний сезон, также принимают участие в учениях. Антитеррористические учения позволяют понять школьникам, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Кирилл Савосин, Олег Тоньшин, Управда ТВ.